Всем привет, мы продолжаем, точнее завершаем прохождение, скорее всего, NFS Arrivals. Это ты? Вполне возможно, 10 уровень, ну а чё? За 2 минуты тебе надо успеть перехватить, что? Да. Посмотрим, сколько это будет длиться. А чё ты Кёнигзек не... А, это Кёнигзек. Я не обратил внимания, как ты это выбрал, я даже не видел. Или нет, тебе дали тачку, ты не выбирал ничего, да? Я не помню. А, это ты! Пока! Дампкоп! Давай еще раз. Может, рестартик? Да, нет, он умотал. Он остановился, так что? Это он? Ну, какая у нас за час пробил? Час пробил. Ну, у тебя тоже одно. Блин, одно. Час пробил тебе надо выбрать именно. Что называлось? Я типа фокус. Игроки в сессии один. Нормально. Да, наверное, не пройденный какой-то. А хотя, откуда они знают? Он тот, может? Чё? Почему ты вышел? А! А только сложные нельзя? Предупреждение. Контроль. Час пробил, вот оно. Наконец-то. Будешь меня ловить, Зефира? Ага. Там я буду тот, который туда встал, прямо когда Зефир врезался. Угу. Жесть. Типа меняли тачку или нет, я не заметил. Реально. Нет. А тебе надо на золото сделать? Да. Тут не написано, надо просто пройти. Что можешь и 3 минуты. Не, слушай, он там остановился так. Это он? Да нет, это не он. А, это он. Он опять стоит. Давай по новой, а? Смысл по новой. Стартик. Снова? Иди. Починка. Куда? Гонщик поставляет препятствия на дорогу. Машина отремонтирована. Да. Давай по новой. А чё? Только чтобы она была прекрасной. Да. Она должна быть мастер-пис. Ты вообще за 3-30 минут ушла. И поэтому, чё ты мне по новой говоришь? Ну ладно. Не врезайся первые 2 минуты хотя бы, я тебе не буду говорить этого. Ладно, шутка. Это шутка. У. Это я, действительно я тут, Авентадор. Все. Теперь ты против меня. Такой же цвет. Что-то быстро убавляется хп. Это точно я.
Сейчас серия будет 5 минут. Повернись, Рофлю. А, я рофлю. Не, уже 5 минут, серия не будет 5 минут. Фига себе. Да жесть! Он использует трамплины. Да ладно, едь уже. Где он? Он сзади? Вон, едет. Знаешь, ты дурак, чё ты? Десять, девять. На трамплин едет. Я знаю. Все, золота не будет. Справа. О, ничего себе уехал. Воспользовался моментом, одурачил глупого копа. Качал. Нет, правильно сказал. Ну, какая медленная ламба. Окей. Что это за глюк? А, это, наверное, да, мой. У меня глюк, когда был, но опять показалось это. Даже без Что? Ну да, я его только что. Еще и 10 глава у тебя, нормально. Да. Нечестно. После столкновения с гонщиком, известным как Зефир, офицер из отряда дорожного реагирования ФБР остается в критическом состоянии. Власти пока не обнародовали имя пострадавшего офицера. Но наши источники сообщают, что он уже уволен из полиции за опасные действия. Чё себе? Окей. Потому что Зефир навредит. Ты спишь. Я давно проснулся. Я ничем не сдержан. Свободен. Я жизнь, которую боялся прожить. Едва гоночная эпидемия утихла, как появилось новое видео, в котором гонщик, известный как F8 или Рок, занимает место Зефира и становится лучшим стритрейсером в округе Редвью. В нем он бросает вызов всем гонщикам. Я сделаю вас быстрее. Я дам вам цель. Я сделаю вас знаменитыми. Я ваш противник. Я ваш конкурент. Я ваш соперник. I'm your rival. Это то есть коп стал гонщиком. Интересно, интересно. Блин, какой двойной финал здесь. Ну опять подождем минут 5. Одна и та же. Все прям вообще быстро, я думаю. Несколько попыток, но... Хеннесси её. Ну какая она, я даже не видел. Ничего. Лотус? Это ты? Поздравляем. Вы завершили карьеру полицейского. Но впереди еще много дел. Можно вернуться и попробовать незавершенные задания или сразиться с друзьями через автолог. Соперничество продолжается. Блин, очень понравилась игра, очень такие классные после нее ощущения. Я прям не ожидал. Здесь, видимо, опять же можно пройти... непройденные гонки выбрать, типа пройти три раза игру. Темные воды. Вот. Я да.
Только я не понял смысл 10 главы. То есть там просто, ну, типа, тебе рассказывают и все. То есть ты ничего не проходишь. Ну все, всем огромное спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока. Пока. Следующее совместное прохождение, ну не сразу сейчас, но следующее наше совместное прохождение, скорее всего, будет Portal 2, потому что Portal 1 мы прошли, как бы, а Portal 2, ну вот надо, я все время про это забываю.